Всем привет, друзья! Это маленькое вступление перед тем видео, которое вы сейчас посмотрите. Был у меня на канале анонс «Охота с кречетом на зайца». Но, как оказалось, из меня орнитолог такой же, как из диванного спецназа Гагарины. Поэтому это совсем не кречет. Я думал, что это кречет, но по сравнению с ним это все-таки птица больше, намного больше. И когда я посмотрел уже в гугле переводчике, оказалось, что это ястреб. Поэтому все, что я говорю в том видео, что кречет там или еще кто-то, это все неправда. Это на самом деле ястреб. В этом видео перемешивается и немецкая речь, и русская речь. То есть, когда я сам стою рядом с камерой, вернее, разговариваю на камеру, я говорю, естественно, по-русски. Когда со мной находится или охотник, или его помощники, я разговариваю по-немецки, что естественно для этой среды обитания. Поэтому, еще раз, ребята, эта птица называется ястреб. Я еще никогда вот такого охотничьего ястреба с такого расстояния, буквально в 10 сантиметров, никогда не видел. Это что-то с чем-то. Для меня это было действительно вот такое вот впечатление. Я надеюсь, что и вам тоже это понравится, когда вы посмотрите это видео. Всем удачи, пока. Какой фогель классный. Так, ребята, блин. Сейчас, подожди, сейчас заяц если выскочит. Вот так вот неожиданно мы стали свидетелями охоты, блин. Соколиная. Да это не сокол, блин, это, по-моему, кречет. Вот и... смотри, вот сейчас они зайцев. А вот красавчики, друзья. Синива, это дама. Да? Это дама. Сейчас они зайцев. О, Фюрик. Манди ферштекен зе Фюрик. Да, окей, я хоба мим Фредчен раз, что вы дофо. Обалдеть. Это. Да, это большой, это кречет. Я спросил этого мужика, можно ли подойти ближе к этой птице. Можно ли ближе к этой птице подойти? А он сказал, да, конечно, мы сейчас подойдем. Попытаемся сейчас, если зайца выловят. А вот второй бегает и ищет. Cool. Ах ты супер, ах ты супер. Шамовиди кралин. Севус? Севус? Дарф ма ден бисен штрайхен? Найн. This is супер. Супер. Вау. So now war ich noch nie. Darf ich? Найн. Халёхин, ди кляйни драхн. Халёхин, ди кляйни драхн. Сима ти нон де палетен убинтен ти да? До хинтон де палетен. Сейчас выпустит хорьков, чтобы они погнали зайцев. И потом на них нападет ястреб. Слушайте, это классно. Сейчас посмотрим. Ну вот сейчас к ястребиной охоте у нас добавились три хорька. Сейчас этих хорьков запустят под контейнер, потому что под контейнер у нас ныкаются зайцы. И начнется тусня. Ой, какие они классные. Как я тебе говорил. Мы просто в шоке. Мы настолько в шоке, что мы даже вот седыми стали. Ну и где? Сейчас побегу. Вторая попытка с молодым хорьком. А ястреб этот уже, блин, пытался сорваться на хорька. Пытался сорваться на хорька. Ему пофиг, кого ловить. Шо заяц, шо хорек, блин. Интересно.
Интересно. Спросил я хозяйку, а можно ли животного этого подержать себя на руке? Она сказала, нифига. Он признает только своих хозяев и может цапнуть, причем хорошо цапнуть. Ну а когти у этого зверя вы сами только видели. Я как-то в городе своими глазами видел, как вот этот птиц мощный задавил вот этого лесного дикого голубя. Хапнул его когтями, впился и все. Ну вот он пытается сорваться, а там хорек. А там хорек. От елки-палки. Итак, вторая попытка. Хорька они запускали несколько раз под контейнер. Но из-под контейнера один заяц не вышел. Значит, там пусто. А вот здесь, под деревом, под моим любимым деревом, где я всегда занимаюсь летом и на ремнях, и так, тут очень много заячьих нор и ям. Вот стоит эта девушка с этим зверем, с этим птицем, с этим ястребом. И хозяин. Вот тут в домике сидят два хорька. Он только что запустил одного хорька в кусты. И хорек пошел искать зайцев. Я знаю, что есть такое понятие типа соколиное, ястребиное, креч. Это кречет. Охота. Но вот, чтобы с хорьками на зайцев ходили, это впервые. Hallöchen. Das war ein kurzer Weg. Ja. Ich glaube, du hast falsch eingebogen. Das war ein falsches Versteck. Luca, geh mal wieder rein. Die sind süß. Aber. Hallöchen. Ja. Kann sein. Hoppa. Ist nicht größer, ha? Nein. Nein, nein. Untergang. Leider ist nichts dabei hier. Hallo. Hallo, Baby. Nichts drin. Da. Интересно. Это у этого кречета, которого вот сейчас вы там увидите дальше на дальнем плане. Этот кречет родился только в этом году. Весной. И вот уже такой огромный хищный орлик. Так, хорек спрятался. Хорек пошел. А, вон вылез. Под этим деревом очень много этих нор заячьих. Неужели они, елки-палки, так все спрятались, что сейчас невозможно будет ни одного выгнать? Голяк. Ну, мужик, наверное, будет обижаться. Тут столько зрителей выскочило. Но никто никогда из нас не видел вот эту вот живую охоту с кречетом. Поэтому всей толпой мы бросили работу и выскочили сюда посмотреть. Ну вот. А он переживает, волнуется. Нервничает птица. Да стыди. Это супер. Wahnsinn. So nah habe ich dich noch nie gesehen. Cool. Super. Wirklich super. Ich habe Urlaub. Ah! Wow. Cool. Hallöchen. Hallöchen. Oh, ach, da. Ach, du kleines. Ach, du kleines. Warte. So, this is mein Jagdtier. This is mein Jagdtier. Ach, das ist super. Wahnsinn. So schön. Cool. This is, wow. Нифига. Вот мы уже целый час тут на улице. Видно, мы всей толпой этих бедных зайцев перепугали. Ни одного зайца не видно.
Собаки бегают, скулят, чуют. Бедный орел сидит, возмущается. Хорьки бегают под контейнерами, ищут. Ну, зайцы, видно, поныкались. Жалко, это было бы 100 пудов миллионное видео. Жаль.